Какой бесплатный VPN установить на компьютер? Какой VPN скачать на Android-телефон? Ищешь быстрый VPN для игр и для телевизора? Эти и подобные вопросы волнуют многих зрителей на YouTube. За последний год я попробовал много хороших VPN-сервисов. И на основе собственного опыта и отзывов тысяч зрителей моего канала я составил топ лучших VPN-сервисов, которые хорошо работают на компьютере, телефоне, планшете и телевизоре. Хочу сразу предупредить, что нет единственного лучшего хорошего VPN. Потому что VPN, который хорошо работает у меня или, скажем, у вашего соседа, может совершенно не работать у вас. По разным причинам. Именно поэтому я рекомендую не какой-то один самый лучший и хороший VPN, а список из действительно хороших и надежных VPN. Вы можете начинать сверху этого списка и попробовать ставить один за другим, выбирая те, которые работают у вас. Также все бесплатные VPN имеют общую проблему, что если сегодня VPN хорошо работает, то это не гарантирует, что завтра он также будет хорошо работать у вас. Поэтому я рекомендую иметь несколько VPN установленных на компьютере. Один основной и один или два запасных, которые вы можете пользоваться в случаях, когда основной ваш VPN почему-то не работает. С вами Андрей, YouTube канал Совет Эксперта. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. А также подписывайтесь на канал, если вы в первый раз здесь. Также хочу напомнить, что ссылки на все VPN, о которых я рассказываю в этом видео, вы всегда сможете найти в описании к этому видео. Итак, номер один в моем списке – это Plaint VPN. Это отличный бесплатный VPN без ограничения по трафику. Помимо всего прочего, у него высокая скорость работы и 5 стран для подключения. Вдобавок к этому, VPN работает на большом количестве устройств. Он поддерживает компьютеры под управлением Windows, Mac, Linux, телефоны и планшеты под управлением iOS и Android. Его можно установить на различные роутеры. А также у него есть расширение для различных браузеров. Это действительно удобная фишка, которая позволяет вам включить VPN только для определенного браузера. Ну и завершает список достоинств, которые я хочу отметить, это поддержка на русском языке. То есть, если у вас есть какая-то проблема с VPN, не устанавливается, не подключается, вы всегда можете задать вопрос службе поддержки через чат-бот на сайте. Из недостатков этого VPN хочу отметить, что он, к сожалению, не поддерживает телевизоры. Если вас заинтересовал этот VPN, то посмотрите, пожалуйста, более подробный обзор этого VPN у меня на сайте. Ссылочка в правом верхнем углу, а также в описании к этому видео. На втором месте я поставил Proton VPN. Это очень известный VPN от швейцарской компании Proton. Во многих обзорах бесплатных VPN-сервисов он идет на первом месте. Из достоинств могу отметить это безлимитный трафик, высокую скорость работы, 3 страны для подключения и большое количество поддерживаемых устройств. Компьютеры, телефоны, планшеты, роутеры, а также его можно поставить на телевизор. Главный недостаток этого сервиса – необходимость регистрации. И многие зрители моего канала жалуются, что они не могут пройти этот шаг. В любом случае, если вас заинтересовал Proton VPN, я рекомендую посмотреть его полный обзор у меня на YouTube-канале. Ссылочку вы сможете найти в правом верхнем углу и, конечно же, в описании к этому видео. На третьем месте Psifone. Хороший бесплатный VPN и тоже без ограничения по трафику. Psifone также известен тем, что очень устойчив к разного рода блокировкам. Из достоинств могу отметить это безлимитный трафик. Этот VPN не требует регистрации. Им очень легко начать пользоваться. Его скачал, запустил и пользуется. Он даже не требует инсталляции. И может работать даже на старых версиях Windows. Из недостатков могу отметить достаточно невысокую скорость работы этого VPN. А также то, что он показывает рекламу перед началом работы. Если вас заинтересовал Psifone, то обязательно посмотрите его подробный обзор у меня на YouTube-канале. Ссылочка в правом верхнем углу и в описании к этому видео. На четвертом месте Privado VPN. Это еще один VPN со швейцарским происхождением. VPN сервис платный, но у него есть бесплатный план с 10 гигабайтами бесплатного трафика в месяц. Его основные достоинства – это высокая скорость работы, 12 стран для подключения, работает на большом количестве устройств, компьютеры под управлением Windows, Mac, Linux, телефоны и планшеты под управлением iOS и Android, работает также на телефонах и планшетах компании Huawei, где нет Google Play, поддерживает телевизоры на платформе Android TV. Ну и, конечно же, его можно установить на самые разные роутеры. У Privado VPN также есть поддержка на русском языке. То есть, если у вас вдруг что-то не заработало, не запустилось, не подключилось, вы всегда можете им написать через чат-бот на сайте. Главные недостатки – то, что для работы на бесплатном плане вам требуется регистрация, ну и, конечно же, это ограничение в 10 гигабайт.
Но хочу напомнить, что для зрителей канала Совет Эксперта Privado VPN сделал большую скидку на свой платный годовой план – 77%. Если это предложение вам интересно, то ссылка на промо-акцию от Privado VPN будет в описании к этому видео. И, конечно же, подробный обзор вы тоже можете посмотреть на нашем YouTube-канале. На пятом месте WinScribe VPN. Сразу после инсталляции этого VPN вы получаете 2 гигабайта бесплатного трафика в месяц. Как только вы подтвердите свой электронный адрес, бесплатный план увеличится до 10 гигабайт. А с использованием специальных промокодов его можно увеличить до 30 гигабайт в месяц. Главное достоинство WinScribe VPN – это высокая скорость работы. Работает на большом количестве устройств, компьютеры под управлением Windows, Mac, Linux, телефоны и планшеты под управлением iOS и Android, также поддерживает планшеты и телефоны компании Huawei, где нету Google Play, работает на Android TV. Есть расширение для браузеров и можно устанавливать разные роутеры. Есть поддержка на русском языке. Из недостатков могу отметить два – это ограничение по трафику и то, что многие пользователи из России жалуются, что у них WinScribe VPN не работает. Если вас заинтересовал WinScribe VPN, а также какими промокодами можно увеличить бесплатный трафик до 30 ГБ, рекомендую посмотреть видео на YouTube-канале про WinScribe VPN. Ссылочку вы найдете в правом верхнем углу и в описании к этому видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, их в комментариях. Я всем с удовольствием отвечу. Также буду рад услышать о том, какой любимый VPN у вас. Может быть, вы пользуетесь каким-то VPN, который я не перечислил в списке, а он, тем не менее, очень хороший. Напишите, пожалуйста, буду рад услышать ваши отзывы. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал. До новых встреч!